Возможно, вы захотели попробовать вейпинг или перейти на электронные сигареты с аналоговых. Тогда именно это видео для вас. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про лучшие девайсы, с которых лучше всего начинать свое парение в 2021 году. Но стоит заметить, что в этом ролике будут девайсы и прошлогодние, так что не обращайте внимания, они просто настолько крутые, что их можно смело покупать и в 2021. Самым первым девайсом, который можно смело поставить даже вне топа, является одноразка. Во-первых, они дешевые, во-вторых, вы сразу поймете, нравится вам парить или нет. Ну и в-третьих, вы определитесь с крепостью, так как обычно одноразки довольно крепкие, и для того, чтобы напариться, нужно будет сделать всего несколько затяжек. Особенно, если раньше вы никогда не парили. Если вы уже пробовали одноразки и хотите что-то более мощное и интересное, то смотрите этот топ дальше. Асмал. Компактный и очень легкий девайс с приятным дизайном и огромной цветовой палитрой. Внутри девайса спрятался аккумулятор на 350 мАч, но если учесть все характеристики, то заряжать данный девайс вы будете довольно редко, и вам его смело хватит на один день парения. Но при этом умеренного парения, если вы будете пыхтеть как паровоз, то ни одного девайса вам не хватит больше, чем на 2 часа. Также этот мод выделяется среди всех остальных девайсов своей потрясающей сигаретной затяжкой, которая максимально приближена к аналоговым сигаретам. Асмол прекрасно подойдет как новичкам, так и опытным пользователям. И стоит заметить, что данный девайс в первую очередь создавали для парения крепкой жидкости, но на нем смело можно парить даже нулевку. Vaporeza Bar Pod. Это, наверное, один из самых моих любимых девайсов у компании Vaporeza. Необычный дизайн, максимально приятное ощущение от удержания и использования, и есть даже регулировка обдува. Очень хорошая и качественная затяжка, прекрасная вкусопередача, а никотин ощущается на все 10 баллов. Ну и на закуску. За 17 баксов вы получаете один батарейный блок и сразу два перезаправляемых картриджа. Бронзу я гордо вручаю подсистеме от компании Smount под названием Pasito. Мод сочетает в себе прекрасный дизайн и отличную эргономику. На левой грани находится кнопка Fire и кнопка, которая отвечает за переключение мощности. Доступно 5 режимов: 10, 13, 16, 20 и 25 Вт. Смаунты предлагают нам испарители с сопротивлением в 1,4 Ом, это если вы хотите попарить на тугой сигаретной затяжке, и 0,6 Ом, это для более свободной кальянной затяжки. На втором месте располагается очередной девайс от компании Smount под названием Charon Baby. Charon Baby. Charon Baby. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно, потому что меня достали с этим вопросом. На самом деле это место займут сразу два девайса, а именно Battlestar Baby и Charon Baby. В этих модах мне нравится практически все. Спокойные и гладкие линии Шарона и яркий вычурный дизайн Battlestar. Огромное количество расцветок, ланьярд USB Type-C, который на самом деле удобный. Самолично отходил с этим модом на шее очень удобно и нифига не стыдно. Ну и конечно же ни в коем случае нельзя забывать про крутые картриджи с действительно хорошей вкусопередачей и довольно большой аккумулятор на 750 мАч, который заряжается очень быстро. Крутые картриджи с действительно хорошей вкусопередачей и огромный аккумулятор на 750 мАч, который заряжается, поверьте мне, очень быстро. Так что я рекомендую данный девайс любому пользователю. Ну и первое место можно по праву вручить девайсу от компании Smount под названием Night 80. Небольшие размеры, огромный функционал, среди которого встречается и режим байпас, и термоконтроль, и даже можно настроить мощность на каждую секунду парения. Кстати, если вы еще не поняли из названия, максимальная мощность 80 Вт. Картридж это вообще отдельный разговор, поскольку крепится он намертво. Еще сюда можно установить обслуживаемую базу, на которую можно смело поставить какой-нибудь небольшой фьюзит или даже Allen Coil. Короче, девайс реально крутой, можно брать. А в конце ролика я хочу вас поблагодарить за просмотр, сказать спасибо, что вы все еще с нами. Оставляйте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. А с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале. Господи, Глеб, ты просто идол!